Алексей Кудрин является очень близким и давним другом Владимира Путина. В свое время именно Кудрин, собственно, был инициатором перевода Путина в Москву, после того, как он в течение некоторого времени, после поражения на выборах Собчака, был неудел в Санкт-Петербурге. Это действительно человек, которому он доверяет, которого ценит. И поэтому, конечно, никакая политическая карьера для Алексея Кудрина не заказана. И Путин, я думаю, хотел бы его видеть в составе правительства или администрации президента. В каком качестве, сказать очень сложно. Что же касается предсказаний каких-то кадровых ходов Путина, то еще никогда и никому не удавалось предсказать ни одного кадрового решения Путина.